В Якутии введены ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В выходные дни и праздничные в Якутии запрещено проводить культурные мероприятия. Кафе, бары и банкетные залы с 20 апреля работают до полуночи. Заполняемость концертных залов, кинотеатров, домов культуры должна быть не более 50%. А что касается статистики заболевших, за последние сутки выявлено 82 новых случая COVID-19. В столице республики 55 заболевших, в Мирнинском и Ленском районах инфицированных нет.